Просто здорово. Большая колония летучих мышей в Барсуковской пещере. Да. Я думаю, что здесь их очень много. Здорово. О, слыхали? Я потер каской по стене. И они заскворчали. О, смотри, вот сейчас вот видно большая. Она распустила крылья, да? О, отлично. Пробрался. Почему у меня гаснет фонарик-то? Телефон пытается здесь МТС завалить. Да ты че, ловит, ловит. МТС работает? Работает? Нет. Он пытается. В пещере. В пещере МТС даже ловит. Ну вот. Пылевой поток. Мы вправо спустились. Здесь тоже. Совсем небольшая комната. Лучше вначале это прибор Ромин проверить. Угу. Снять, посмотреть, сейчас, что там. Вот такая дырочка, сейчас попробуем ее преодолеть. На, пошли. Ты головой хочешь или? Может, Ромин давай вначале, Сереж? Угу. Ромин аппарат вначале. Зачем? Ну проверим, что там. А что там? Ну не знаю, куда ты полез, не знаю, куда. Ты не видишь плечо. Главное здесь не застрять. Вот я о чем и говорю. Ну если что, вас двое меня вытащит. Ну, Серега. Сейчас я начну. Да. Так. Рука. Пусть еще будет рука. А, ты вон куда спустился, а я ноги твои вижу. Все понятно. Интересно, ты преодолел. Вот такая пещерка. Спустился. На выходе вот в такой грот, достаточно большой. О, есть разные отверстия, и некоторые люди умудряются сквозь них пролезть. И выпадывают вон там, снизу. Что это, влага? Мы продолжаем двигаться дальше. Летучих мышей, правда, тоже нет. Но мы залезли во флакон втроем. Ура! Можно было четвертого еще запихать. Здесь место есть, только ему и пришлось бы лежать. Не, а мне вот, кстати, здесь нормально, Сереж, я не чувствую ничего такого. Ничего не чувствуешь? А вот как ты там, я не знаю. Ну, надо, чтобы это плотненько засесть, тогда почувствуешь. Фиксованное отверстие. Наверное, я так думаю, да? Наверное. Половину не прошли? Нет, половину еще не прошли. Не прошли. А где это, говорите, любимая Таромина комната была? Даром, порвал ты немножко. Правее бери, правее. А там что? Смотри, там же тоже хвост туда. Куда? Ну, туда. Куда? Вот сюда встать, в распор. Ногой туда, мне надо вот эту штуку, нишу снять. Не загремишь? Вот так. Ага. Так. Самая нижняя точка Барсуковской пещеры. Здесь очень страшно. За что есть зацепиться? Очень тесно. Походи, а тебе не раздавливаю плечо? Ну, маленько, а как гроб, знаешь, несет. Ну что, ребят, самая нижняя точка Барсуковской пещеры. Долго сюда лезть, здесь достаточно узковато, немножко страшновато, но, в принципе, нормально. Потрясающее ощущение здесь находиться. Да, слушай, без лестницы, конечно, интересно было бы залазить по ней. Я бы ее убрал. Убрал бы? Да, потому что в пещерах лестниц быть не должно, это же не погреб. Что? Это же не погреб. Прямо здесь, прямо против входа в пещеру.